Название программы не случайно. Ведь две стихии огня и воды в сочетании со световыми и звуковыми эффектами позволяют совершенно по-иному взглянуть на мир цирка. А ведь это не просто шоу, это не просто программа. Это самый настоящий спектакль, который при этом невероятно технически оснащен. Для понимания, на 8 большегрузах во Владивосток было привезено 40 тонн оборудования, в том числе фонтанного и водопадного. Про техническое оснащение хочу поговорить. Под нами находится 50 тонн воды сейчас. Это такой резервуар, откуда будет бить, по секрету скажу, фонтан. Фонтаны будут доходить под купол цирка. Это будет очень зрелищно, здорово. Как и вся программа. Чего только стоит один бархатный занавес, который весит 500 килограмм и был сшит, на секундочку, на Мосфильме. Суть в том, что этот занавес дает какую-то масштабность, дает какой-то массив такой, когда он поднимается и играет музыка, и все, то есть это что-то такое невообразимое, и дальше не буду рассказывать секреты, он является таким, наверное, символом даже нашей программы. Помимо таких спецэффектов, технических каких-то оснащений, света, звука, есть еще замечательные артисты, которые действительно объехали полмира, завоевали очень много наград на престижных фестивалях. Созвездие талантливых артистов, обладателей одних из самых престижных премий мира, дарит зрителям завораживающий спектакль. Помимо прекрасных опытных артистов, вас будут радовать макаки резус, обезьяны-лапундеры, южноафриканский дикобраз, попугаи ара и какаду, а также редчайшая элитная хищная птица сокол Балаба. В сочетании вот артистизма, человеческого фактора, света, звука, говорю, техники, оборудования, все это дает такую целостность, дает суперэффекты какие-то, что зрители приходят и говорят, что мурашки по коже бегут даже. Поэтому мы надеемся в первую очередь порадовать зрителей, чтобы им было здорово, хорошо, чтобы они не пожалели о потраченном времени. Алина Кузина, Игорь Болтов, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.